супе у Тёмы Сёмы распаковываем этот вертолётик. Вертолётик. А что это за... Это вертолётик-конструктор такой, да? Да. Ой, какой он интересный, глазами даже. Да. Видишь, еще тут разные еще есть. Видишь, можно строить разные машинки. Вот эта машина, горничная машина и какой-то итальянчик. А, смотри. Да. Это их можно построить совсем разные, да, да получается? Да, видишь? Ну давай распаковывать. Давай, раскрывай. А еще он написано, что гнущийся конструктор. Гнущийся? Да, видишь, смотри, вот он гнется, можно гнется? Сгибать, так интересно. Сгибать? Ой, интересно так. Ну давай, давай, раскрывай его. Вот, тут открывается, надо вот так пивуть, вот, и потом вот так, давай. Надо так достать. О, пакетики и инструкция. Видишь, уже вот тут уже все открыто. Вот какой интересный, да он? Да, и там инструкция. А, вот. Тём, смотри, какой он пластичный, да. Приятный на ощупь, такой мягкий. Да. И даже есть большая инструкция. Даже есть большая инструкция? О, давай убьем это. А там что-нибудь осталось? Нет, оказалось, тут осталось. Ну, давай. Там ничего уже не осталось у нас? Нет. Так, ну давай тогда, знаешь, что сделаем? Что? Соберем вместе с тобой, вдвоем. Будешь давай папе помогать. Да. И потом покажем ребятам, что у нас получилось. Да. А что мы будем собирать? Смотри, здесь у нас что есть? Здесь у нас самолетики. Здесь у нас есть такая машинка какая-то. А тут что у нас есть? А тут у нас есть вертолетик. Вот, вертолетик. И другая машинка. Ну, я уже распаковываю. Да, ты распаковывай, конечно. Да. Ты решил, что будем собирать, машинку или вертолетик? Вертолетик. Вертолетик. Прямо вот такой, как вот на да. этой картинке. Такой да. красивый глазастый вертолетик. Да. Уже тут все открыто. Ой, сидящая. Ух ты, смотри, а тут даже есть отвертка и ключ да. уже прямо о! В конструкторе. Ой, как мне понравился этот мне конструктор. Мне тоже понравился. Очень интересный. Да, и очень интересный. Мы уже приступаем. Мы уже собрали другую часть. Вот, смотрите, ребята, вот. Это собрали, вот. Да, мы собрали уже кое-какие части и вот решили вам показать в промежутке, что получается. Да. Конструктор оказался такой прикольный, такой классный. Да, мне тоже прикольно стало. Вот, честное слово, давно такие не видел. Всякие лего, там все, они надоели. А вот такой, он такой мягкий, как будто желейка. Да, хочется скушать. Да, его собирать так интересно, да. так легко. А как он может прыгать вот? Да. А как еще попрыгунчик такой скачет? Скачек? Как попрыгунчик? Да. Вот тут мы положили все детали в коробочку, да. чтобы они не потерялись у нас. Да. Тут у нас вот всякие болтики, винтики, шурупики, да. колесики. Угу. О, какой мягкий. Все, уже мы собрали, вот, уже осталось чуть-чуть. Да, уже осталось чуть-чуть. Сколько чуть-чуть. Мы уже с тобой собрали, Тёмочка? Какой? Мы вот с тобой уже дошли до восьмого этапа. Вот, давай. Нет, уже будем делать час девятый. Да, мне очень понравился. До девятой, до этой. Очень мало осталось нам, совсем да, чуть-чуть. Очень чуть-чуть. Уже даже видно, что он похож на какой-то вертолетик. Да, очень видно. Очень видно. Такой симпатичный желейный вертолетик выходит. Да, желейный такой, тянется. Ребята, уже мы
собой этот огромный самолетик. Не самолетик, а вертолетик. Да? Да. Мягкий, тебе тоже понравился? Да, приятно. Мне больше всех понравился этот мягкий желейка. Желейка. Мы его назовем желейный вертолетик. Да. Вертолет желейка. Вот он какой у нас красивый получился. Да. Вот совсем как на картинке. Да, на картинке. Вот. Просто классный. Ну мы по шасси машинку сделаем. Мэтт. Давай. Давай. В следующей серии мы сделаем машинку. Какую машинку мы сделаем с тобой? Машину вот эту. А вот эту машинку мы построим, потом эту, потом эту, потом. А потом даже можем сделать самолетик. Да. Тебе понравился такой конструктор? Да. Надо будет пойти посмотреть еще такие конструкторы. Есть да. похожие? Да, есть. Я прям уже кружусь. А еще у него крутится пропеллер, вот. Чтобы летать. Чтобы летать. Так, надо так сделать. А ну-ка, подожди. Вот так покрути, вот. Ой. Подожди. Вот так покрути его. А, он такой, потому что как желейный, он свисает. Падает. Да. С вами был Супер Тёма. Подписывайтесь на мой канал, ставьте много лайков. И всем пока-пока.